В Нарьян-Маре сегодня чествовали представители одной из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарной охраны. В нашей стране она появилась 368 лет назад, но официально свой праздник 30 апреля огнеборцы отмечают только с 1999 года, когда в России был подписан указ президента об учреждении праздничной даты. Накануне в первой пожарной спасательной части чествовали представителей этой мужественной профессии. Такого скопления людей в форме в пожарном депо встретишь нечасто, но сегодня повод особый. Огнеборцы Ненецкого округа готовятся отметить свой профессиональный праздник. Все поздравления сегодня звучат только в их адрес. Можно долго говорить про героизм, про стойкость, про сильный дух, но только ваши близкие, наверное, знают, через что вам приходится переступать, с чем вам приходится справляться. И в этот праздничный день я хочу пожелать, прежде всего, терпения и любви вашим близким. Вам, конечно же, успехов. Ну и спасибо за службу. Не забыли в этот день и про ветеранов службы. Тех, кто стоял у истоков зарождения пожарной охраны на территории округа. Им вручили почетные грамоты. Минуты молчания почтили память тех, кто отдал свою жизнь ради спасения других. В штате пожарной охраны Ненецкого округа сегодня числится 67 человек. Средний возраст огнеборца – 29-30 лет. В основном это молодые парни, которые выбрали для себя одну из самых мужественных профессий. Особо отличившимся сегодня вручили почетные награды – медали МЧС России и благодарственные письма. В качестве сюрприза – праздничный торт в тематическом оформлении. Пожарная охрана – самая первая служба спасения на нашей планете. Она зародилась 368 лет назад. Были в государстве нашем российском созданы предпосылки организационные для создания регулярных подразделений пожарной охраны. То есть, скажем так, народ начал, скажем, на добровольной основе привлекаться для тушения пожаров. По этому поводу был подписан наказ о градском благочинии, где распределялись обязанности посадских жителей при тушении пожаров. Вот, в принципе, это легло в основу организации пожарной охраны. Первые гарнизоны, скажем так, регулярные пожарные охраны были созданы в нашей стране в 1803 году, это в Санкт-Петербурге, и в 1804 году уже на профессиональной основе, это в Москве. Поздравления в свой адрес огнеборцы будут принимать и 30 апреля. Именно в этот день, в 1999 году, в России указом президента был официально учрежден День пожарной охраны. Уже в это воскресенье и понедельник пожарные ждут всех желающих у себя в первой пожарно-спасательной части на Дне открытых дверей. Ирина Нежалова, Александр Дуркин, телеканал «Север».